Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Зеленский Александр. Мы находимся сейчас в прекрасном городе Одесса, в котором мы постоянно проводим обучение, семинары. И, пользуясь случаем, хочу поделиться своим результатом, который я получил 3 недели назад с помощью вот этого прибора березоносной терапии. 3 недели назад в Киеве был День мороженого, с помощью которого я получил очень интересное заболевание, которое называется ангина. В первый же вечер я почувствовал легкое недомогание, ну и думал, что пройдет само. Само не прошло, утром полностью исчез голос. Мне нужно было в этот день как раз попасть на встречу. И пока я ехал в автобус, я запрограммировал этот прибор. Приехав на встречу через 1,5 часа, я уже мог спокойно разговаривать. Но, естественно, ангина сразу не прошла. Мне пришлось побороться с ней 3 дня. Программы, которые я ставил в приборе для быстрого устранения причины, это ангина, вазомоторный ринит, глотка, горлозаболевания, дыхательные пути, нос. Это все было отсутствовало в наличии. То есть сам голос и было очень обильное, насморк серьезный был. Ну, естественно, болело горло. Горло я пока даже и не трогал, но мне нужно было просто говорить. С помощью березоносной терапии ангина прошла за 3 дня. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.